Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Крипик, и сегодня я вам покажу, как, не знаю, сделать, не делать, а скачать и установить вот это вот мое старое имя. У меня друг попросил сделать ему точно такое же интро. И я поменял себе интро на вот такой. Что ж, вот. Ссылка будет в описании, скачиваю. Отсюда с Яндекс.Диска этот файл. Нажимаем скачать. Но у вас будет скачать 64 бит. Что же вы сделаете? Вы нажмете скачать. Но у вас будет качаться около часа. Вы должны зарегистрироваться на Яндексе. Вот, например. Сейчас. Так, извиняюсь. Ну, например, регистрируйтесь на почте. Вот моя почта. Дальше там заходите на диск, скачиваете. То есть там заходите на диск, скачиваете сам Яндекс.Диск и потом уже качаете все вот это. Или просто сохраняйте на Яндекс.Диск, потом через время у вас на. Вы заходите в ту папочку, там где вот у вас такая папочка будет с установки Яндекс.Диска. И там в загрузках вот тут вот будет этот файл. Но это будет через некоторое время. Так что вот. Ссылка будет в описании. Что ж, вот мы скачали вот такой файл. Запускаем его. Мы видим папочку. Лучше извлечиваем. Куда хотите, например, на рабочий стол. Закрываем. Вот эта папочка. Открываем ее. Видим файл. Много-много файлов. Я сразу говорю, нужна Sony Vegas Pro 12. Вот само это видео. Сейчас оно загрузится, надеюсь. Что ж, вот. Ну и нажимаем вот сюда. VD Intro for Sony Vegas Pro 12.vim. Нажимаем два раза, ждем. И у нас запускается Sony Vegas Pro. Ссылку на Sony Vegas Pro я вам не могу дать, так что лучше ее поищите. Ну, может быть, потом сделаю туториал, как ее установить, если вы хотите. Вот. Создание окон. Ждем. Что ж, вот у нас запустилось. Это наша интро. Что мы делаем? Давайте его, не знаю. Что мне предлагает, да, все. Погало. Ну, например, просмотрим. Меня немного подлагивает, конечно, из-за записи, но думаю, ну, ладно, вот так вот растягиваем. И что мы видим? Мы видим 6 дорожек. То есть сверху почему-то идет звук. Сама видеодорожка, потом что-то это, я не знаю, что это такое, и текст. Нажимаем вот на вот эту кнопочку сгенерировать медиафайл. Нажимаем, у вас появится вот такое окошко. Тут вы меняете, например, на, не знаю, мистер, ну, например, на мистер, не знаю, там, мистер Аси. Но не пишите, а просто MRA. Или же просто пишите, например, LP. Я напишу мистер А. То есть мистер Аси. Да, мне нравится Аси. Нравится его смотреть. Нет, лучше я напишу вот так. Аси. Хотя ладно, пусть будет пока что Аси. А так для примера покажу. Потом снова нажимаете там, где написано Download. Ну, может быть, будет не Аси. Сейчас сделаю другое. Так, это надо
Вот убрать. У меня просто тут неудобно. У меня почему-то все не так сделалось. Ну да ладно, пишите тут. Имя, например, полное теперь уже. Мистер. Или кон, например, я не знаю, есть такой, нет. Ну, просто пишем так. Без разницы. Я делал своему другу. Ну, канал, может быть, оставлю в описании, может быть. Окей. Дальше нам нужна вот эта полоса. У вас будет все в одном окне, это просто нет. И вот тут мы двигаем немного эту стрелочку. Ее подвинуть-то. Я не понимаю, как ее двигать. Так. Текст. Так. Двигаем чуть-чуть дальше. У нас снова надпись вот Design Online. Мы ее тоже меняем на мистер Мэри Кон. Дальше что нам делаем? Снова это вот где-то вот до сюда раздвигаем. Или что до сюда? Нет, все равно чуть-чуть бы дальше. Так, отвязаем, чтобы я видела. До сюда. И сюда. Я не знаю, докурил. А, вот, все, вроде бы все. То есть теперь мы видим, что тут появилось. Можно даже, не знаю, пробовать. Вот. Нажимаем на крестик теперь. Этот маленький. Да, вот у нас видим три надписи. И что ж, просматриваем, что у нас получилось-то. Номер А. Мистер Аликон, там какой-то лаг произошел, то что сначала было Думлан, ну, у вас этого не должно быть, это у меня так пролагнуло, ну ладно. Потом нажимаем файл, перевести в, выбираем место, я, например, выберу, давайте я выберу, например, рабочий стол, сохраняем на рабочий стол, нажимаем рендер, и ждем пока отрендерится, у меня будет рендериться видео, ну, то есть, видео рендерится, смотря сколько у вас места и смотря какого оно времени. Если, например, видео короткое, то оно будет рендериться быстрее, если у вас много места. Если у вас не так уж много места и видео длинное, например, как у меня было летсплей там один, он у меня вот рендерился. Вот сейчас я его только что закончил рендерить перед тем, как снять это. Он у меня рендерился целый час. Но это рендерится быстрее, так как оно короче. Так, ну что, ждем. Все. Хотя у вас, может быть, будет вот тут вот качаться не целый час, а там поменьше, около 30 минут. Все, нажимаем или открыть папку, или закрыть. Ну, давайте откроем. Посмотрим. Ждем. Вот у нас появился тут. Мистер А. Мистер Аликон. Я неправильно там чуть-чуть написал. Ну да ладно. Вот, я вам показал, как сделать вот это интро. Я его удалю. Теперь, то есть потом просто записывайте видео. Не знаю, что бы показать. Ну, любое видео записывайте свое. И вначале вставляете вот это ваше интро. Что ж, на этом, наверное, все. Окей. На этом, наверное, все. А, с вами был Крипик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем спасибо. И всем пока.